Владислава работает в Доме культуры села Восточная педагогом по вокалу. Недавно она вернулась из зоны спецоперации, ездила в гости к мужу. Побывав там, девушка решила помочь российским солдатам и устроить благотворительный концерт. Ну, страшно было ехать одной, конечно, а так, что вот когда ты стоишь, смотришь в окно вагона и видишь его стоящего на перроне, конечно, это шквал эмоций. На приглашение поучаствовать в концерте отозвались не только коллективы из села Восточное, но и артисты из Хабаровска и даже Еврейской автономной области. Все средства пойдут на покупку техники, которая сейчас необходима военным. Нашего поселения большое количество ребят, которые сейчас работают во благо Родины, для того, чтобы мы в дальнейшем жили спокойно, и низким всем поклон. Не поддержать, да, только за. В нашем плане, именно от нас, от ДК, мне кажется, что это самое, наверное, дорогое, что мы можем дать, это показать себя на сцене в наших песнях, то есть в смысле наших номеров. Концерт в поддержку участников спецоперации пройдет в воскресенье, 16 апреля, в Доме культуры села Восточная. Начало в 15:00. Игорь Сукачев, Степан Крокус, «Смотри Хабаровск».